Стихи Багавуддина Самадова размещены в журнале «Турция». В новогоднем выпуске турецкого литературного журнала «Гнсел Санат. Современное искусство» на 4 страницах размещены биография, фото и стихотворение кумыкского дагестанского поэта и журналиста, начальника отдела пресс-службы администрации МР Карабудахкенский район Багавуддина Самадова. Отметим, что его стихи перевел сам главный редактор журнала, известный турецкий поэт и журналист Арслан Баир. Турецкий литературный журнал «Гнсел Санат. Современное искусство» тиражом в несколько тысяч экземпляров издается с 2008 года и рассылается в более 40 государств мира, где также публикуются рассказы, интервью и другие произведения. Также журнал переводит с русского, английского, немецкого, голландского, французского, итальянского, корейского и других языков на турецкий язык. В число переведенных стихотворений кумыкского дагестанского поэта Багавуддина Самадова вошли те, которые посвящены любви к матери, родному аулу, отечеству, родному языку, дружбе между разными народами, а также воспитании подрастающего поколения на примере великих известных людей. Добавим, что стихотворения Багавуддина Самадова также переведены и размещены в газетах и журналах Узбекистана, Азербайджана, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Якутии, Татарстана и других регионов страны. Багавуддин Самадов является участником и победителем международных конкурсов и фестивалей, а также членом Союза журналистов России и Союза российских писателей. Перу Багавуддина Самадова «Байнаклы» принадлежат 3 сборника стихов на кумыкском языке.